Прежде чем назвать лауреатов Всероссийской ежегодной премии «Время инноваций», в этом году организаторы впервые провели конференцию. Ее цель – создать профессиональную деловую площадку для обмена реальным опытом внедрения инноваций российскими предприятиями. После более 50 компаний собрались на церемонии награждения. Премию «Время инноваций» вот уже шестой год подряд вручают за лучшие практики в разработке, внедрении и продвижении инновационных проектов. На премии «Время инноваций» мы выступаем первый раз. Выступаем с нашим основным проектом, с технологической платформой «Орион». Это спутниковая медиаплатформа, крупнейшая в России. И нам очень радостно, что наш проект занял такую инновационную премию. В категории «Энергетика и энергосбережение» лучшим был признан совместный проект Московской объединенной электросетевой компании и Центра энергоэффективности «Интеррау» по разработке системы прогнозирования повреждений электрической сети при воздействии опасных природных явлений. Суть этого проекта сводится в дооснащении объектов компании дополнительным метеорологическим оборудованием, которое концентрирует информацию на диспетчерском пункте и позволяет диспетчеру заблаговременно ориентировать бригады в места наиболее вероятного возникновения отключений. Победителями премии становятся только те компании, которые эффективность своих проектов подтверждают на практике. В их числе Московская городская телевизионная сеть. Компания представила умную систему видеонаблюдения, внедрив в нее дополнительные датчики по обнаружению движения и звука. Если раньше, например, архив писался там сутками, и чтобы что-то найти, надо было его весь пересмотреть, то теперь, заходя в личный кабинет или в приложение, пользователь просто видит определенные маркеры, которые говорят о том, что сработал какой-то датчик, переходит в то место, где это событие произошло, и нужный целевой момент интересно им отсматривают. За 6 лет своего существования премия доказала свою востребованность, ведь она дает возможность бизнесу не только представлять свои разработки, но и становится отправной точкой для создания новых инновационных проектов. Оценку им дадут уже в следующем году на 7-й премии «Время инноваций». Ольга Десятова, Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.